Семен Семенович Могилевцев был крупным брянским лесопромышленником и купцом первой гильдии. Но славен Семен Семенович был не торговлей лесом, а своей обширной благотворительной деятельностью. Бизнес Могилевцева осуществлялся в основном в двух городах – Брянске и Киеве. И добрые дела Семен Семенович и его брат Павел Семенович также вершили в них. В Брянске ими были построены родильный приют, женское училище, помогали они и техническому училищу. Также братьями была построена мужская и женская гимназия и первый брянский водопровод. Православные меценаты спонсировали строительство монастырской больницы и строительство Спасо-Гробовской церкви, при которой была основана и церковно-приходская школа. В Киеве благотворительность братьев была не менее впечатляющей. Семен Семенович был главным опекуном коммерческого института, строительство зданий педагогического университета, нескольких больниц. 500 тысяч могилевцев дал городской казне на строительство педагогического музея. Он был одним из меценатов строительства Веденского храма на Подоле и спонсировал электрическую иллюминацию на кресте святого Владимира. Событие это описано у Булгакова в «Белой гвардии». Умер Семен Семенович в 1917 году. Известно, что похоронены были братья на территории Петропавловского монастыря в Брянске.